Доброе утро, друзья, товарищи рыбаки, также гости канала. Она уже там сидит. Ну давай, вытаскивай. По-любому она сидит там. Ух, ух, ух ты, ух ты. О, красавчик. С почином, Сергей Артурович. Все, ребята, продолжаем рыбалку. Только расставляемся. Солнышко встает у нас. Мороз крепчает. Да, и мороз крепчает. Руки прям гу-гу-гу-гу. Мы аж замерзли. А? Я говорю, без экстракторов как ласками. Ласками? Все, друзья, хорошего просмотра. Переключаемся. А мы погнали. Друзья, опять у меня две сработочки. Одна жерлица там стоит. Одна вот сработала. Подождем, посмотрим. О, идет, идет. Сегодня приехал с Сергеем, чуть дальше там Тимиргали стоит, тоже приехал. Рыбалка бомба. Хитрый, вот сработает и стоит подо льдом. Это уже какой раз вот так вот. Не крупная, но сопротивляется конкретно. О, есть. Есть, красавица, есть. Вот она. Прям с краешку держалась. Идем посмотрим вторую. Что у нас там получится? Возьмем шумовочку, ведерко с собой на всякие случаи. Вот там Тимиргали стоит с братишкой. Кстати, всех с праздником, господа рыбаки. Что с этого у нас? Тоже стояла, не мотала. Да ладно, пойдем, родная, пойдем. Вот она, родная. Есть, вторая сразу же. Красавелла. Ух ты! Какой позитив она дарит. Каждому рыбаку такое ощущение рыбалки. Ну все, подруга, давай это отцепляю тебя сейчас. Ладно, иду, иду, тут бах, сразу три подъема. Один, то два. Ух, сейчас будем пробовать, кто есть где, кто.
болтает. Тут тоже пока стоит. На эту я уже две щучки вытащил. Я оттуда сдалека пришел, не сдалека, с этого. Там щучку пока вытащил. Будем ждать. Кидаю балансирчик, балансирчик вот такой. Опа. Смотрите, ребята, блин, какой адреналин, таких окуней потягать-то. Как вам такие красавчики-то, да? Интересно, так пробивает. Слабенько. Жерлицы срабатывают, но срабатывают от окуня. Щука перестала. И вот мы попробовал на балансир. Правда, без потерь никак. Оторвал пару штук. Утром приехали, был мороз 25 градусов. Но ветра не было, нас это спасло. Сейчас мороз немножко потише стал, но... поднимается ветер. Мороз крепчает. Сделал 4 лунки между жерлицами. Было немножко бормыша. По чуть-чуть накидал. Прикормил. Хожу вот так по лункам. Опа. Сечка. Три вытащишь, потом нету. Ходишь, потом опять нарвешься на стайку. Опять 4-5 вытащишь. Пока у нас тишина. Ветерок поднялся, прохладненько. Решили немного перекусить. Да, Сергей? Угу. Ну давай. Чай пьем. За рыбалку, что ли? Всем приятного аппетита. Пьёчек хороший. Ну. Что, наверное, часик еще посидим, если результат нет, домой, да, поедем? Да, далее, да? С утра прям хорошо так было. С утра прям так классно было. Сейчас. Все, не хочет. Как? Ну, всем приятного аппетита. О, отлично. Горячий чаек. Само то.
О, Тимиргали. Пришел порыбачить. Что там за это? Красавчик с почином. Вообще слабо клюет, да? Еле-еле. Тык-тык-тык. Вот, встретились на озере с братом Тимиргали. Я вниз опустил. Вот такие пироги. После обеда вообще не хочет. Хорошо пошла, да, сразу? Давай-давай, секи там тройник, нормально будет. Видишь, я не зря ее на чистое поставил. О, красава, красава! Красавчик, Тимка. Че, пойдем вторую проверим? Пришли ко второй. Давай пробуй. Говорит, рыба там. Форма? О, красавчик, Тимка, ты вообще везунчик, ё-моё. Вторую сразу, ё-моё. Красава. Все, я буду с тобой ходить, а ты рыбач. Вот тоже растет настоящий рыбак. Атомком? Красавчик Анис. Да. Ну, друзья, рыбалка была отличная. Да. Уезжайте, отдыхайте, удачно. Встретил нас мороз 25, и до сих пор неплохо давит морозец, и мы отвели душу прямо от огонь. Мы бегали, порыбачили, да. Удовольствие и нарыбачили, все. Всем до скорых встреч, хвоста не чешуй, друзья. Скоро опять на рыбалку, ждем только выходных, думаем, куда ехать. Желаем вам удачи, успехов, трофеев. Кто смотрел, ставим лайки. Кто не подписан, друзья,